Развивать двустороннее сотрудничество с Узбекистаном сегодня губернатор Новосибирской области провел рабочую встречу с заместителем министра иностранных дел республики Эркином Хамраевым. В ходе встречи обсудили вопросы развития взаимовыгодных отношений между Новосибирской областью и регионами республики Узбекистан в экономике, сферах образования и культуры. В частности, стороны рассмотрели возможности по совершенствованию кадровых вопросов. Эркин Хамраев оценил динамичное развитие двусторонних отношений. Андрей Травников отметил, что регион готов развивать сотрудничество и поддерживать новые инициативы.